Меня зовут Миру Эрт, я участница 4-го, 7-го потока 5-го элемента. В эту программу я пришла после потери отца. Его не стало, мне было очень тяжело. Я не хотела никого видеть. Уже смотрю, я агрессирую, не могу контролировать свои эмоции. И вот после потери отца я почему-то начала срываться на Дарью. Начал страдать сын, у него шли недержания. Потом начала грызть ногти. Когда проходила программу, я уже замечаю, что я начал контролировать свои эмоции. Начал ценить моих родных, что они у меня одни. За 2 месяца научилась профессионально плавать. Состояние кожи улучшилось. Себе тоже надо уделять время, я про это, кажется, забыла. Честно говоря, я очень благодарна Махпал. Я находила ответы на все свои вопросы.